Наберем 500 лайков, сразу же выходит новая серия. Когда это будет, сегодня, завтра или через несколько дней, зависит только от вас. Ну что, сможем? Давайте посмотрим. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft с модом Пиксельмон. Добро пожаловать в нашу новую серию. И что мы будем сейчас делать? Нам уже нужно сделать наконец-то покедекс, чтобы посмотреть, сколько все-таки покемонов у нас не хватает. Вылупить еще 2 яичка и словить райквазу. И как прям совпало то, что сейчас у нас утро. Сейчас у нас будет рассвет. И может, если нам повезет, то мы где-то вот тут окажемся. Где-то вот тут, но хоть убить, я опять забыл нафиг, где мы находимся, но вроде сейчас правильно. То есть... да, вроде вот тут. Да, вот тут. Пошли, ребята, пошли. Тут потопаем, посмотрим, потому что без райквазы мы никак не сможем закончить этот сезон. Так, сейчас. Так, вроде тут у нас Sunflower Plains был. Куда он нафиг делся? Иногда вот это меня бесит. Да даже не иногда, а всегда меня вот это бесит, ребята. Я не знаю, что делать с этими нафиг координатами, с этими картами. Почему они закрываются, почему они не работают. И хоть я опять туда тпхаюсь, где мы были, но у нас показывается, что карта закрыта. Честно, ребята, хоть убейте, я не знаю. Но как так можно судить, то уже скоро конец сезона, поэтому, ребята, мы уже даже не будем по этому поводу сейчас больше париться, потому что это больше бесит, если честно, чем помогает. Но, как видите, тут нету Sunflower Plains. Я не знаю, куда они нафиг подевались. Они вот тут должны были быть. Не вот тут? Нет, не вот тут. Нет, не вот тут. А вот за этой горой. Мы уже тут миллион Forest Hills нет. Вот тут. Ребят, я не знаю, честное слово. Вот, Sunflower Plains. Тут они должны, ага. То есть... минус 100, да? 1300 минус 100. Ну ладно, запомним на следующий раз, и уже, ребята, мы точно не ошибемся. Так, давайте сначала сделаем покедекс себе. Так, это у нас там кто? Джиодут в земле, не хочу. Сделаем себе покедекс сначала, потом мы уже наконец-то начнем делать машину для... для Мьюту, конечно же, ребята, для Мьюту. Потому что без Мьюту мы никак не сможем закончить этот сезон. Так же, как и без Райквазы, но Райкваза не так от нас зависит, как Мьюту. Потому что Мьюту мы сможем заспавнить в любой момент, после того, как сделаем для него машину. Клон-машину. А для Райквазы, ребята, покедекс. Так, как он делается? Ух ты нахрен. Краситель, 4 железа, стекло. Ну, краситель это мы сейчас можем пойти найти. 4 железа у нас есть. Это сюда. Так, сейчас, сколько там нужно было? 4. Ну, давайте сначала один возьмем. Стекло. Как раз одно. И глоустон. Вот так. Если глоустон взяли, значит еще нужно 4. 5. Вот, замечательно. И 2 красителя, да? 2 красителя. Это мы быстренько сделаем. И плюс к тому. Сейчас, ребята, дайте-ка я быстренько найду красители. Вот они, чтобы потом не засорять себе мозги чем-то другим. Вот сюда, да, например, что выкинем, да, пофиг, что выкинуть. Вот так, один краситель. И сейчас вот второй, потому что нам красители сейчас важны. Где? А что я поднял нафиг? Хрен его знает. Так, ну давайте пока что вот так и вот так. Замечательно. Красители мы сделали. Быстренько идем, делаем покедекс. Нет. О, там точно. Я просто сразу 2 вещи заметил. Во-первых, то, что там у нас босс заспавнился. И во-вторых, то, что у нас уже там ждет Оманайт. Так, сейчас, ребята, быстренько. Пиджиот. Живот! Да стань ты нафиг на место. Вот так. Хренакс. Еще раз хренакс, пожалуйста. Вот, замечательно. Замечательно. Так, через... ну, так себе, да? Не, в принципе, не так уж нам и важно, если честно. Вот этот черешбол. Ну, ладно, пускай будет. И сейчас давайте быстренько заберем Оманайта, который у нас уже там валяется с предыдущей серии. И круто, 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 круто. Так, ну давайте вот этим сюда поставим, да. Подберем. Это выкинем. Это возьмем. Замечательно. Твою мать. Magic Carp. Ух, ребят, он в воде, он шустрый, не хочу сейчас его ловить. Покедекс, давайте быстренько сделаем покедекс, чтобы сейчас не забыть. Так, это сюда. Это сюда. Так, 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 так. Так, 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 так. Вроде я правильно делаю. Замечательно, ребята, мы сделали покедекс. Круто, даже ачивочку нам дали. Фу, ну что, давайте будем писать, каких покемонов у нас нету, чтобы запомнить. То есть никаких покемонов у нас нету, а номера покемонов. Смотрим, ребята. 36, 40. 36, 40, да? Это мы все будем проверять, потому что много покемонов, которых у нас еще нету. 53, 67, 68. 53, 60, 67, 68. Дальше. Начинаешь 68, 53, 67, 68. А, Абра у нас есть, да, Абра у нас есть. 68, дальше 91. Ух, сколько покемонов у нас уже есть? 91 и 122. 122. Это мы все посмотрим сейчас. Оно вроде работает с гейммодом. Когда включаешь гейммод, то вот эти знаки вопросика показывают, каких покемонов у нас нету. А без гейммода это не показывается. 122. 137, 139, 150, 137, 137, 139, 150. Ну, давайте еще дойдем до 200, а после, мне кажется, уже идут такие покемоны, которые даже в моде не добавлены. Ну, там есть такие, да? А 150 это наверное, Мьюту будет, потому что, видите, 151 это Мью, а 150 это, наверное, Мьюту будет. 161, 162, 170, 161, 175, 160. 1, 162, 175, 176. Ну, ребята, давайте мы включим гейммод и посмотрим, кого у нас нету. 36, 40, 53. Кто это 36? 36 это у нас Клефейбл. А, ну у нас есть Клефа, да, замечательно, это мы уже сделаем. Дальше, кто там? 40, 53. 40. Кто у нас 40, ребята, как думаете? Выглитаф, ну как раз мы сделали Иглебафа, замечательно. 53. Персиан, как раз у нас Мяут в команде, замечательно. 67, 68, 91, 122, 60, 67, 67, 68, 60. А, ну это у нас как раз мы словили. 122 это у нас, хотя кто там был дальше? 91, 122, 137, 91. Кто-то у нас 91. Клостер это у нас есть, 122. Ну как бы мы делаем, да? 122. Вот мистера Майма нужно словить. 137. А, Пуригон. 137, 139, 150, 161, 139, 150, 161, 139, 150, 161, 139, 139, чтобы не забыть. А, Оманайт, Монастер, 150, Мьюту, как я говорил, 161, Центр, но этого вообще в моде пока что нету. И, тот же есть следующие версии, на которую, как бы, наверное, у нас будет следующий сезон, но... В этой версии, к сожалению, ее нету. Замечательно, ребята, мы прочекали. Спасибо, кто оставался, кто не выключил видео. Потому что, в принципе, процесс это такой. Нужно смотреть, нужно узнавать, каких покемонов у нас нету, чтобы знать, кого нам следует словить. Да, без этого мы, в принципе, никак не сможем понять, да, кого у нас нету. Фу, так, дайте-ка мне секундочку подумать, что бы нам сейчас лучше сделать. Мистер Майм. Давайте, ребята, все-таки лучше Мистер Майма, чтобы мы его наконец-то словили вот эту клоунятину. Мистер Майм. Он так пишется. Покеспаун. Мистер... Ага. Вместе. Мистер Майм. Он вроде, как я знаю, спамится в тайге. Где-то, например... Где у нас? Вот. Минус 1100, 400. Ребята, сейчас уже минус 1100, 400. Ребята, сейчас у нас уже вечер, сейчас у нас уже будет темнеть, поэтому как только мы сможем, сразу, наверное, потопаем в Райквазе, да, потому что сейчас нельзя пропускать ни единую, ну, хотя ночью она вроде не спанится, короче, ни единый закат, ни единый рассвет, я видел, там был босс, ну, ладно, профукал. Потому что, ребята, сами понимаете, что без Райкваза мы, по сути, никак не сможем закончить сезон. Это будет печально, если мы будем из-за Райквазы, там, да, продлевать сезон нахрен на 20 серий, потому что мы не смогли словить Райквазу, уже сделали... Да стой ты нахрен на месте. Уже сделали Мьюту, уже сделали всех, кого возможно, но Райкваза у нас нет, потому что, ну, скотина не спанится, можно и так сказать. Ну, скотина не скотина, то есть... Да стой ты нахрен на мече, на мече, не стой ты на мече, стой на месте, летучая хренотень. Ага, ага, Dragon Scale. Это у нас там... Ага, еще один пиджи, вашу мать, этих пиджиев нафиг. А, нет, мне кажется, мистер... Да твою мать, сколько там боссов, вы мне даже не дадите уйти отсюда. А мистер Майм вроде не тут спавнится, знаете, где он спавнится? Он вроде спавнится, ладно, это... вот в этой тайге, да, ну какая-то супер-мега-тайга, вот там он спавнится, ребята. Поэтому нам, наверное, еще ее нужно ловить. А, нет, хотя мы ее уже находили уже много раз. Но, как вы знаете, наши проблемы с этой картой, нахрен, ребята, это... Хоть мы и находили ее много раз, но сейчас мы ее хрен найдем, потому что я не имею понятия, где она. Ладно, эти уже вещи. Я помню на 1 миллиард %, ну ладно, не на 1 миллиард, ну на 1 миллион точно, что она была где-то в этой стороне, где-то вот тут она была. Вот, нет, это не она. Я не удивлюсь. Я просто-напросто не удивлюсь, если вот эта территория, где была вот эта супер-гига-пупер-мега-фрупер-тайга, закрылась, да? И нам нужно будет ее опять ловить. Вот тут грибной... О, вот она. Минус 5300, минус 7700. Охренеть. Минус 5000, там... Минус 7700. Я правильно? Да, правильно. Мистер Майм... Мистер Майм, вот так. В предыдущем сезоне мы его тут нашли, ребята. Я это помню четко. В предыдущем сезоне мы его нашли вот тут. Но сейчас он может, наверное, в обычном лесу спавниться. Потому что, ребята, честное слово, я не имею ни малейшего представления ни вот с этими переделками, недоделками и передвижениями покемона. То есть, раньше он спавнился там, сейчас спавнится вот там. Хрен, ребята, поймешь. Ух ты, сейчас уже темнеет. Сейчас уже, ребята, темнеет, поэтому как можно быстрее... Ух, ни хрена себе тут красиво. Как можно быстрее мы сейчас запинаем этого двибла и сразу потопаем. Замечательно, замечательно, замечательно. Вот да похрен на эти уже вещи в какой-то степени. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Давайте быстренько собираем. Ну ладно, мы сюда еще вернемся. Быстро, 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 быстро. Вот сюда. Вот тут Sunflower, да. Но мы, наверное, или не успели, хотя солнце еще не зашло, и это как раз сейчас закат происходит. Не, ребята. Нет, ребятушечки, друзья мои, мне кажется, что Райкваз затянет сезон. Охренеть, насколько, если честно говорить. Ух. Ну, подождем еще тут, пока уже прям ночь-ночь не настанет, пока солнце уже полностью не зайдет, но... Как мне кажется, ребята, оно так и будет, что хрен мы закончим сезон с этой Райквазой, которая не будет спавниться, а потом заспавнится, как в предыдущем нахрен сезоне, через баг какой-то, да? Помните, как она через баг заспавнилась? То есть даже в чате не написала, что там, просто-напросто взяла, заспавнилась перед нами и все. Какой нахрен чат? Зачем писать в чат, что Райкваза заспавнилась? Да хрена, конечно же, ничего такого не будет. Так, Sunflower Plains. Не, ребята, не. Вот уже ночь, Райквазы никак нету. Зато босс какой-то есть. Голубатый тон в земле, да? Ну где еще? Нет, ребята. Не сможем мы, наверное, словить Райквазу. Темно, темно, ребята. Опа! Зато мистер Майм есть, круто. Значит, он ночью спавнится. Главное не убиться, потому что ночью я вот тут ни хрена сейчас не вижу, что тут творится. Мистер Майм. Ща. Извиняюсь. Мистер Маймушка. Во. Ну, квикболом давайте попробуем. Значит, он спавнится ночью, ребята. Запомните, кто не знал. Потому что я думал, он днем спавнится, но оказалось, что ночью. Ну, ладно, как-то, знаете. Главное, чтобы у нас получилось его словить. А болов у нас... Вы понимаете. Потому что Джинкс мы даже, ребята, словили паркболом. Потому что другим никаким болом она не хотела ловить. Вообще не хотела ловиться. Как бы выбора у нас большого нету, сейчас тут до конца осталось, ну, несколько серий, может, ну, как несколько серий, ладно, не буду-то говорить, потому что, может, и не несколько серий, но, да твою мать, да ты вообще наглый какой-то. Шелдер, дай ему пинка под зад, чтобы он успокоился, пожалуйста, еще раз. Еще раз. Еще раз. Ну, давай еще. Во, замечательно, красавец. Ну, не красавец, то есть, конечно, не рискованный Шелдер, как у нас было с некими покемонами, но все же. Я буду рад, если словится Мистер Майм, потому что нам вообще... Если сейчас мы словим Мистера Майма, хотя вряд ли это будет, потому что вы видите, какая он нафиг зараза, то у нас, в принципе, даже уже не будет никаких покемонов, которых нам нужно будет ловить. А прикинь, это так, ребята. Ловбол. Мистер Майм, мы тебя очень любим. Залезай, пожалуйста, в ловбол, потому что хоть ты как ни крути своей жопой, я тебя мастербол не буду никак ловить, а я вижу, что нужно тебе нахрен по головушке настучать, хотя мы уже это сделали, но ты и так не хочешь залазить. Не, ребята, иди ты в жопу нахрен. Иди ты нахрен в жопу, Мистер Майм. Убей его, Шелдер, пожалуйста. Да убей ты его нафиг. Вот. О, ну, давайте еще вот так попробуем. Я лучше к следующей серии приготовлю парочку болов, чтобы мы сюда вернулись, чтобы мы его нафиг попытались словить уже. Там сделаю себе 10 ультраболов или сделаю 10 левелболов, или там даскболов, потому что он ночью как бы спавнится, да? Потому что видите, что... Не так уж его и просто словить, это во-первых, а во-вторых, ну, премьер болл. Было бы круто, если бы ты просто-напросто сейчас не выпендривался. Я его ни хрена не вижу, ребят, я ни хрена не вижу, то ли с этими шейдерами, то ли... Так. Дайвбол, ты же упал в воду, значит ты водный покемон, Мистер Майм, залазь в дайвбол, мы в тебя верим. Ты находился в воде, ну ладно, паскуда. Премьер-бол. Последний покемон, которого нам нужно словить. Я больше, ну прям не знаю, не считая легенд, потому что как бы легенды, ну, сами по себе залазит мастербол, и это как бы уже гарантированно то, что мы их словим. Больше я не знаю, ребята, хоть убейте, я не знаю, больше нам вроде никого не нужно словить. Ладно, иди ты в жопу, я говорю, ребят, я лучше к следующей серии вот это приготовлю, потому что, как видите, это просто-напросто нереально. Ах. Есть такие паскуды, а лучше сделать себе 10 ультраболов, прийти, захреначить, словить его... Зловить его... Твою мать. Зловить его ультрабол и даже не выпендриваться. Да нахрен ты, твою мать. Ну, с Кармори ты, конечно, много что ему сделаешь, поэтому иди-ка ты сюда, зараза. Иди-ка ты, зараза, сюда. Нам еще, ребят, не забывайте, нам еще 10 Блисси нужно убить в этой серии. Ну, стой ты на месте. Ну, стой ты на месте, жирная ты задница, которая летает как будто Формула-1, нафиг. Шумахер ты недоделанный. Стой на месте, паскуда! Вот, на тебе. Не убей, пожалуй. О, замечательно, я не знаю, как я его убил, наверное, случайно, но ладно. Так. Домой, ребята, домой. Пока нету еще... Сейчас. В какую сторону? Я туда, да, летел? Вот, еще и тут Sunflower Plains. Я просто вот так, ребят, действительно вот так сидел и тут заметил, что еще и тут Sunflower Plains. Поэтому мы можем еще и тут попытаться потом словить, когда будет утро. Попробуем, ребята. Сейчас пробовать действительно нужно, потому что без этого сейчас вообще никак. 10 Блисси. Опа, это у нас там кто? Еще один нафиг. Зато мы уже Шелдера практически прокачали к 40 уровню. Так, ну, не практически, но нормально. Шелдер, Скармори, Мяут. Сайтер, ну, Сайтера я сейчас выложу, это я его случайно взял. 1, 2, так, выкинул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. Ну что, потопали, ребята. 10 Блисси у нас есть в этой серии. 40, ну давайте 43 уровня мы запинаем сейчас быстренько. Еще 9 Блисси. Фух. 100... Если мы постараемся, то к 130 серии мы даже закончим этот сезон. Это действительно очень нужно постараться. Ну ладно, иди ты в жопу, не буду я тратить болы на таких Блисси 30-х уровней, в принципе. Напишем просто, что у нас еще есть 8 Блисси, да и все. Так, нам нужно начинать делать машину. Машину для Мьюту. Конечно, прежде всего хотелось бы сначала словить Мьюту. Точнее, не Мьюту, а Райквазу, чтобы у нас уже было прям... Ну все! Мы словили Райквазу, сейчас у нас остался Мьюту. И как мы можем быстрее это сделать? Словить Мьюту, и мы, в принципе, уже можем заканчивать сезон. Но с этой Райквазы, ребята, она может еще нам затянуть серии так на 300, да? А вы прикиньте, то есть мы не закончим сезон до тех пор, пока мы не словим Райквазу. То есть хрен его знает, когда это будет. Будем надеяться, что скоро. А, уже светает, уже светает, уже светает, уже светает. Так. Вот сюда. Быстренько. Где? Вот, Sunflower Plains. Это у нас там кто? Глум. Я не знаю. У нас болов даже нету. Ребята, у нас вообще никаких болов нету, чтобы этого Глума даже словить. Вообще у нас нету болов, чтобы обычного Мистера Майма словить, а не то, чтобы словить нафиг еще и шайни покемона, да? Давайте, ребята, ну... Опа, ни хрена себе. Magic Carp, Старли. Райквазушка. Мы тебя просим. Давайте, ребята, вместе сядем и попросим Райквазу. Пожалуйста, Райкваза, заспамится. Мы же, ребята, все хотим, чтобы наконец-то мы закончили этот сезон и чтобы мы начали новый сезон. Но сейчас это зависит от Райквазы, ребята. Давайте вместе сядем и давайте вместе дружно попросим Райквазу. Райквазушка, пожалуйста, заспамится, чтобы мы взяли и закончили этот сезон. Хевиболл. Да. Хрен. Нас сейчас эта Райкваза троллить будет. А потом, как всегда, возьмет, да, и когда мы уже прям, ну прям надоест нам ее выжидать, она возьмет, заспанится, но заспанится сразу две Райкваза, не одна Райкваза, как это обычно бывает, да, то есть. Не спамимся, не спамимся. Ну, не спамимся, так не спамимся, ладно. А потом возьмет, пух, нахрен, две Райкваза заспанится, держи, хотел Райквазу, сейчас лови две Райквазы. Твою мать, эти Райквазы, честное слово. Я не знаю, честно, ребят, сейчас нам, в принципе, остается прокачивать покемонов, у нас еще есть 8 Блисси. Сейчас мы вернемся домой, посмотрим, кого мы еще сможем прокачать. И знаете что? Сейчас, ребят. Знаете что? Все-таки. Я так подумал, наверное, мы не будем затягивать сезон с прокачкой дополнительных... шайни покемонов, как, например, сейчас у нас даже пример есть в этой команде, как шайни Сайтер. То есть у нас уже есть давно обычный Сайтер, уже и Сайзор есть, уже давным-давно прокачанный, у нас лежит и валяется в компьютере. Поэтому сейчас брать нового Сайтера, прокачивать, потом брать нового, там, яички новые брать, прокачивать, брать новые, кого там у нас еще есть, Сервайна нового прокачивать. Свадлона, Дивгонга нового прокачивать, Додо нового прокачивать. Мы просто, наверное, возьмем и просто заменим, да и все, ребята, мне кажется, так будет лучше. Специально для того подписчика, не буду называть его имя, кто мне флудит, пишет каждую серию, что у нас нету Оникса. Чувак, если сейчас я не найду у нас Оникса, я тебе вручу Нобелевскую премию. Но если у нас есть Оникс, вот тут он. Я не знаю, каким местом ты смотришь и флудишь, ну ладно, не флудишь, просто пишешь каждую серию, что у нас нету Оникса, но вот он, есть у нас Оникс, и давным-давно прокачанный. А что мне больше интересно, есть ли у нас Солорок? Ну я помню, что мы его ловили 1 000 000 %. 1 000 000 %. Вот он. А то бы еще и Солрока нафиг прокачивать. Да, не хотелось бы, если честно. Фу. Ну, давайте быстренько еще убьем 8 Блисси, чтобы не затягивать с этой серии. Наверное, будем на этом заканчивать. В следующей серии, как я вам сказал, я подготовлю, сделаю... Опа, это у нас там кто? Торчик. Легендарный. Круто. Сделаю... Болы, да, чтобы как только мы начали серию, чтобы мы уже пошли сразу словили Мистера Майма, чтобы по этому поводу даже не париться, да, то есть, ага, ну все, круто. Пошли, словили, замечательно. Можем по поводу мистера Майма больше даже и не париться. Ни хрена себе. Рарбос. Ага, Рарбос это синий. Там еще один босс. Ребята, нам не дадут серию, наверное, закончить. Вот сейчас левелбол выпал. Вот сейчас ты нахрен выпал, да? Лучше бы ты выпал на начале серии, мы бы хотя бы попытались словить мистера Майма, хотя шанс бы, мне кажется, не очень так увеличился, если бы у нас был левелбол с самого начала серии. Так, замечательно. Ну что, ребята, Шелдеру 2 уровня осталось. Мы на конец серии захреначили нормально так боссов. Фух. Если взять калькулятор и посчитай, сколько мы боссов убили за весь этот сезон и сколько боссов мы убили за предыдущий сезон. То есть, если так сравнить, то за этот сезон нам должно было выпасть нахрен 150 экспешеров, потому что мы убили боссов в 100 раз, в 200 раз больше, чем в предыдущем сезоне, и нам выпал только один экспешер за целый сезон. А в предыдущем сезоне, если бы мы столько убили, наверное, боссов, то у нас бы выпало, охренеть, ребята, сколько экспешеров, если честно. Но и перекачай. 7. 6. Замечательно, 6. Вот так. 6. Ну, ударь, пожалуйста. 5. Отлично. В принципе, мы еще даже одного покемона в этой серии уже выложим. 5. 4. Нормально. 3. И в следующей серии, наверное, мы уже с Кармори выложим. Потому что он уже практически сейчас будет прокачан и с этим 50 уровнем Блисси. 3, 2, 1. Ну. И все. Замечательно. 37 уровень, ребята, с Кармори. То есть в следующей серии мы прокачаем Шакал. В следующей серии мы прокачаем ему еще 3 уровня и выложим и Шелдера, и Скармори. В принципе, Шелдера еще нужно эволюционировать в Клостера, но давайте уже на этом закончим. Просто в следующей серии мы его уже прокачаем, возьмем водный камень и уже его эволюционируем. Больше, в принципе, большого труда это, наверное, не составит. Только хотел сказать, хотя это Абра, ребята, это нужно ваншотить, а может не получиться, поэтому... На этом мы заканчиваем, ребята, ставьте лайки. Пожалуйста, помогите мне уговорить эту Райквазу заспавниться, потому что без нее мы никак не сможем закончить сезон. А как-то попытаться ее словить нужно, хоть не знаю как, но нужно. Вступайте в нашу банду крутых перцев, все, что от вас требуется, просто на меня подписаться. Вы автоматически станете одним членом нашей крутой банды. Поставьте лайк. 500 лайков, новая серия, потому что, в принципе, тут осталось уже, ну... не так уж и много серий. Если мы хорошо постараемся, если заспавнится Райкваза, то к 130 серии мы закончим этот сезон. А 130 серия, в принципе, уже быстро, можно сказать, скоро будет. Ну, я надеюсь. Потому что не то, что я надеюсь, что скоро будет 130 серия, я надеюсь, что к 130 серии у нас заспавнится Райкваза. Потому что если Райкваза не будет спавниться, то мы, может, закончим сезон к 530 серии. Но надеюсь, что Райкваза все-таки нас пощадит и заспавнится. Ставьте лайки, буду очень этому благодарен. Лайки меня мотивируют на выход нового видео. С лайков я ничего не зарабатываю, потому что... Поэтому не думайте, что какие-то там дебилы пишут, например, что вот Эдисон выпрашивает лайки, потому что там каждый лайк стоит там 100 рублей, и Эдисон там с 500 лайков миллионером стоит. Ребята, лайки ни копейки не стоят. Что означают лайки? Лайки выводят человека в топ. Чем больше лайков на видео, тем выше в топе человек. Поэтому, ребят, чем больше лайков, тем выше я в топе. Чем больше лайков, тем больше для меня мотивации делать новое видео. Я ни хрена с этого не зарабатываю, с этих лайков. Поэтому, ребята, не думайте, что я вас выпрашиваю лайки, потому что мне нужны деньги. Деньги всем нужны, но я с лайков ни хрена не получаю. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, буду очень рад прочитать. Читаю все комментарии, также буду рад прочитать ваш. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем